какую сумочку-зефирку мы свяжем сегодня на мастер-классе. Сумочка по размеру получается высотой 19 сантиметров, шириной 22 сантиметра. Есть вот такие боковинки с полукольцами. Также мы с вами сделаем кисточку из трикотажной пряжи. Свяжем вот такую короткую ручку. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео мастер-классы. А я желаю вам приятного вязания. И обязательно напишите в комментариях, был ли полезен вам этот мастер-класс, понравился ли он вам и какие еще вы хотите мастер-классы по вязанию из пряжи или шнура. Материалы для вязания сумочки. Трикотажная пряжа алтын. У меня здесь цвета желтый, сиреневый, крем-брюле и ментол. Крючок номер 6, крючок номер 4. Портфельный замочек на зубчиках, цепочка с карабинами, два полуколечка, карабинчик для кисточки и два колечка 25 миллиметров. Начинаем вязание. Берем трикотажную пряжу и аккуратно разматываем ее на себя с внешней стороны мотка, вот так. На 2-3 метра вперед растянули ниточку и вяжем. Начинаем вязание, оставляем кончик нити примерно 5 сантиметров, делаем узелок и затем набираем 54 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Закончили, связали 54 петельки. Теперь вяжем первый ряд, первую петельку пропускаем, в следующую за заднюю полупетлю вводим крючок, вяжем столбик без накида и в следующую петлю тоже столбик без накида. Две петельки, сверху делаем воздушную петлю, здесь одну петельку пропускаем, в следующую петельку вяжем столбик без накида и еще один. Теперь опять сверху делаем воздушную петлю, внизу одну пропускаем и следующие две петли вяжем столбики без накида. 1, 2. И продолжаем так чередовать до конца ряда. Заканчиваем с вами 2 столбика без накида. Всего должно получиться вот таких 17 арочек. Закончили первый ряд. В конце у нас 2 столбика без накида. Теперь делаем 2 воздушные петельки для подъема следующего ряда. Переворачиваем и далее вяжем узор. Нитку держит так, чтобы скрутка смотрела наверх. Вводим крючок в первую арку. Провязываем столбик без накида. Петельку делаем длинную. Затем делаем накид. Теперь вводим крючок вот сюда, в эту угловую петлю. С противоположной стороны захватываем нитку так, чтобы скрутка смотрела наверх. И когда мы ее протягиваем через полотно, скрутка оказывается у нас внутри. Хорошенько вытягиваем петельку. Опять делаем накид. Вводим крючок. Скрутка смотрит наверх. И вытягиваем петельку. Можно вручную ее перекрутить, чтобы она правильно улеглась. И последний, третий раз вытягиваем третью петельку вот так. Получается у нас вот такие длинные 3 петли. С этой стороны тоже 3 петельки. Вот они. Теперь провязываем, придерживаем вот здесь, провязываем одну петлю через все на крючке и делаем одну воздушную петельку. Здесь слишком туго, не затягивайте. Теперь вводим крючок в следующую арку, провязываем столбик без накида и вяжем второй раппорт узора. Опять делаем накид, затем вводим крючок в предыдущую арку вот сюда.
захватываем нитку, вытягиваем длинную петельку, один, два, три, провязываем одну петлю через все, воздушная петелька, и вяжем следующий раппорт узора. Вводим крючок в следующую арку, делаем столбик без накида и повторяем все то, что мы с вами уже делали. Не забывайте в процессе ниточку растягивать. Три. Связали три петли. И так продолжаем вязать до конца ряда. Всего должно получиться у нас 18 раппортов узора. Почти закончили первый ряд. Осталось сделать один раппорт последний. Вводим крючок вот сюда в последнюю петельку. Провязываем столбик без накида и последний раппорт. Вот этот уголок у нас должен остаться снаружи, поэтому можете сюда ввести крючок, чтобы случайно не утопить уголок. И провязываем в последнюю арку. Один. Два. Провязали три петельки, закрываем и в конце провязываем еще две воздушные петельки для следующего ряда. Итак, мы с вами связали первый ряд, вот такой у нас получился, вот так он выглядит с изнаночной стороны. Теперь вяжем следующий ряд, и здесь нам нужно уже взять нитку другого цвета. У меня это будет цвет желтый. Переворачиваем нитку, оставляем позади работы, и вот здесь можно отрезать эту нить. Если у вас дальше будет еще идти несколько других нитей, то это будет вам только мешать, поэтому отрезаем ее. Беру желтую, тоже ее хорошенько растягиваю перед вязанием. И теперь ввожу крючок в первую арку вот сюда, захватываю новую нитку. Здесь кончики нити придерживаю так, чтобы спрятать их внутри раппорта в следующем ряду. Провязываю первую петельку. Теперь делаем накид, вводим крючок вот сюда в угловую петлю. Вытягиваем первую петельку, накид. Вторую петельку, накид. И третью петельку. Если у вас вот здесь нитка скрутилась, ничего страшного. Главное, чтобы на крючке скрутка смотрела наверх. И провязываем все петельки одной. И делаем одну воздушную петлю. Придерживаем кончики нити, вводим крючок в следующую арочку вот сюда. Закрепили и теперь вяжем второй раппорт в этом ряду. Вводим крючок вот сюда, в предыдущую арку. Обратите внимание, вот ниточка, и мы вводим вот сюда.
вытягиваем первую петельку, петли вытягиваете подлиннее. Вторую петельку и третью провязываем. Вяжем третий раппорт, вводим крючок в следующую арку. И вяжем раппорт в предыдущую арку, вот сюда. Один, два, три. И продолжаем так вязать до конца ряда. Вот здесь у нас в первом ряду получилось 18 раппортов узора. И во всех последующих рядах у нас тоже будет по 18 раппортов узора. Продолжаем, вяжем до конца ряда. Итак, заканчиваем второй ряд. Здесь я вам хотела показать, как вязать последний раппорт. Вот здесь у нас с вами были 2 воздушные петельки. Вводим крючок в арку из 2 воздушных петель, провязываем столбик без накида и последний раппорт узора в последнюю арку. В конце каждого ряда делаем 2 воздушные петельки для подъема следующего ряда. И вот у нас готово. Мы связали с вами второй ряд. Такое получается полотно. Теперь продолжаем вязать. Опять нитку отрезаем. Берем следующий цвет. У меня это будет цвет сиреневый. Ниточку тоже перед вязанием растягиваем. И как я уже вам показывала, как мы присоединяли желтую нить, точно так же присоединяем. И вяжем на необходимое нам количество рядов. Я закончила. Связала 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В каждом ряду по 18 раппортов узора. Давайте измерим. Получается, основная деталь у нас длиною примерно 45-46 сантиметров. И ширина примерно 18 сантиметров. Теперь мы будем делать с вами обвязку вот так по кругу. Для этого мы нитку не отрезаем, продолжаем вязание, вводим крючок в первую петельку и делаем воздушную петлю. Затем вот здесь вводим крючок в арку из 2 воздушных петель между рядами и провязываем сюда 3 столбика без накида в одно основание. 1, 2, 3. Теперь продолжаем. Опять вяжем 1 петельку и сюда 3. 1, 2, 3. И также продолжаем делать до угла. Закончила. Теперь вот здесь на углу я тоже вяжу 3 столбика в одно основание. 1, 2, 3. И таким образом мы плавно переходим на другую сторону. По этой стороне мы ориентируемся не на количество петель, а мы ориентируемся на количество раппортов. Вяжем 1 столбик без накида над раппортом и 1 между. Вводим крючок над раппортом, провязываем столбик без накида, затем между раппортами. При этом кончик нити прячем внутри петель. Теперь опять над раппортом и между. И так продолжаем вязать до угла. Кончик нити полностью должен быть спрятан внутри петелек. Продолжаем до угла. Вязала до угла. Вот здесь у меня получается тройная петля.
И вот здесь тоже в конце, в самую угловую петельку, я делаю 3 столбика в одно основание. 1, 2. Петли хорошо вытягиваем, нижние петли, верхние, которые вот эти петельки должны быть короткие, эти в 2 раза длиннее. 3. И получается у меня вот здесь тройная и здесь тройная, и между ними 34 петли. Теперь переходим на следующую сторону. Здесь мы вяжем точно так же, как с противоположной стороны. Сюда провязываем одну петельку. И далее продолжаем. Наверху одну. Затем сюда 3. 1, 2, 3. И далее продолжаем. Сюда 1, 3, 1, 3. И так далее до угла. Кончили, дошли до уголка. Здесь на уголке провязываем 3 петли в одно основание. 1, 2, 3. И теперь опять переходим на следующую сторону. Здесь нам тоже нужно сделать 34 петельки. Мы просто вводим крючок, провязываем один раппорт, одну петельку над раппортом и одну между раппортами. И так продолжаем вязать до угла. Итак, мы закончили вторую сторону. И теперь вот здесь, в конце, мы вяжем 2 петельки в одно основание. И далее уже мы делаем просто обвязку по краю. Вводим крючок за одну полупетельку и провязываем соединительный столбик. И так продолжаем. И довязываем до уголка. Так, вот мы с вами пока останавливаемся вот на этом месте. Вот так мы сделали обвязку. Ниточку мы не отрезаем, она нам еще понадобится. Берем наш моточек, я возьму того же цвета, только нитку буду изнутри брать, чтобы связать бока. Ниточку нужно хорошенько растянуть. И вяжем боковинки. Оставляем короткий кончик, делаем вначале узелочек и затем набираем 6 воздушных петель. Набрали 6 петелек. Первую петлю пропускаем, в следующую вводим крючок, провязываем столбик без накида. И так до конца ряда. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В конце ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити поднимаем наверх, спрячем его внутри петель. Переворачиваем, нитку оставляем позади работы. Теперь берем полуколечко, приготовим его пока. Провязываем первую петельку под основную петлю. Кончик нити придерживаем, прячем внутри петелек. Теперь прикладываем полуколечко, вводим крючок через полукольцо и через петлю, провязываем столбик без накида. И еще 2 раза, всего 3 петли. 1, 2, 3. И осталась еще одна петелька до конца ряда. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку. Ниточку отрезаем. Продолжаем вязание. Вяжем еще 8 рядов по 5 петель в каждом ряду. Всего в каждой боковинке должно быть по 10 рядов. Продолжаем самостоятельно. Закончили, связали 10 рядов. Давайте вместе посчитаем. У нас 5 пар. 1, 2, 3, 4, 5. Умножить на 2 получается 10 рядов. Ниточку в конце отрезаем коротко. Вытягиваем из петли и прячем.
такая у нас получается боковинка. По размеру 11 сантиметров на 5,5 сантиметров. И такую же мы с вами вяжем еще одну. Пришиваем боковинки. Берем любую из боковинок и прикладываем ее к сумочке. Здесь у нас 10 рядов, значит, здесь нам нужно использовать 10 петель. Вначале сделаем воздушную петельку, затем вводим крючок здесь в следующую петлю и здесь первую петельку, которая находится на уровне первого ряда. И провязываем соединительный столбик. Продолжаем. Здесь вводим крючок в следующую петлю. И здесь тоже в следующую петлю, которая относится ко второму ряду. Итого 10 петель. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь переходим на сторону донышка. Здесь тоже вводим крючок в следующую петлю. И здесь в первую из пяти на донышке. И продолжаем обвязку. Итак, мы с вами продолжаем. Полностью 5 петель здесь и еще 10 петель по этой стороне и встречаемся в конце вот этого участка. Закончили, провязали вот эти петельки и теперь продолжаем, делаем обвязку по краю клапана соединительными петлями до уголка. Продолжаем вот так. Затем переходим вот на эту сторону, обвязываем здесь и по этой стороне. И вот здесь нам нужно оставить ровно 25 петель для присоединения второй боковой детали. Закончили, сделали обвязку по всему клапану. Здесь оставили ровно 25 петелек. И теперь точно так же, как с противоположной стороны, прикладываем боковинку и пришиваем ее на эти 25 петель. Здесь еще обратите внимание, что должна быть симметрия. То есть мы начинаем пришивать боковинку ровно напротив того места, где у нас край вот этой боковинки. Итак, вот я пришила вторую боковинку. И теперь нитку отрезаем и кончик нити прячем.
Вяжем ручку для сумки. Вначале делаем узелок, затем набираем 21 воздушную петельку. Готово. Первую петлю пропускаем, в следующую петлю вводим крючок за одну полупетельку, провязываем столбик без накида. И так продолжаем до конца ряда. Связали 20 петелек. В конце делаем воздушную петельку. Кончик нити поднимаем наверх, чтобы спрятать. Переворачиваем, нитка остается позади работы, вводим крючок за одну полупетлю и вяжем столбики без накида 20 петелек до конца ряда. Второй ряд. В конце делаем воздушную петельку, переворачиваем и теперь в третьем ряду вяжем за переднюю полупетлю. Двадцать петелек до конца ряда. Впереди остается у нас полосочка. Третий ряд. И вяжем последний, четвертый ряд. Вяжем опять за дальнюю полупетельку. Четвертый ряд. Теперь складываем ручку пополам. Вводим крючок здесь за последнюю петлю и здесь тоже. Провязываем воздушную петельку, вводим крючок опять в эту же петлю и здесь тоже. В крайний стежок провязываем столбики без накида. И продолжаем так вяжем до конца ряда. Петли делайте тугие, чтобы ручка меньше растягивалась. Связали последний ряд, 20 петель. Ниточку отрезаем и кончик нити прячем внутри петелек. И вот у нас готовая ручка. Берем колечки, открываем, закрепляем на ручке. И теперь закрепляем колечки на сумочке. Находим здесь вот эту верхнюю отметку. Буквально на несколько петелек цепляем. И с противоположной стороны также. Ровно напротив. Вот так. И все готово. Вот наша ручка.
закончили с вами вязать сумочку. Вот такая сумочка у меня получилась. По размеру она получается примерно высота 19 сантиметров, длина 22 сантиметра. Связали с вами короткую ручку, сделали вот такую разноцветную яркую кисточку. Также я установила сюда цепочку, но у меня на канале вы можете найти видео о том, как вязать ручки из трикотажной пряжи. Я оставлю ссылку в описании. Также оставлю ссылку на видео, как шить подкладку для сумочки кроссбоди. Желаю вам приятного вязания. Делитесь вашими работами в Инстаграме. Мой аккаунт нитка.кз, хэштег нитка_МК. Всего хорошего, до свидания.